Москвичей занесло. Снегопад обрушился на столицу сегодня вечером. Началось резкое похолодание. На дорогах образовалась гололедица. Тяжелые машины не справляются. Очевидцы сняли автобус, который буксировал на Дмитровском шоссе. Судя по этим кадрам, пассажирам пришлось толкать машину. Ну а эти кадры прислал нам очевидец через мобильное приложение «Москва-24». По словам автора видео, автобусы, курсирующие по маршруту номер 90, останавливались около станции МЦК «Коптева». Они не смогли подняться в гору и застряли на подъезде к путепроводу. Сейчас движение на дорогах почти пришло в норму после вчерашнего час пика, но, по данным синоптиков, непогода не покинет столицу в ближайшие дни. Как Москва и москвичи справляются со сложными метеоусловиями, расскажет Марина Фардинова. Снег.